Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, и вы на канале «Цветочный уголок». У меня излишки. Что у нас сейчас? Сентябрь месяц. Да, давно уже не выкладывала, все как-то не получалось. Так, ну давайте начнем. Вот такая красотка, филодендрон, белая принцесса. Сидит пока во мху, там уже корешки есть, я ее поставила пока в мох, вот. Ну, может быть, если пока, когда купят ее там, так и отправлю во мху. Я думаю, так лучше она перенесет пересылку, вот, и потом вы уже пересадите, кто захочет. Белая принцесса. Вот есть филодендрон. Так, это вот сам маточник. Я его обрезала. Прям большой был. Вот уже точка роста есть. И есть от него детка. Это филодендрон Флорида Бьюти Альба. Тоже ростик. Вон там он, видите? Сразу скажу. Это нижние листья. И, ну, эта детка, конечно, здесь не видно такого яркого вара. То есть, как должна быть, как должно выглядеть Флорида Бьюти Альба. То есть, разводы, молодые листочки выходят такие ярко-желтые. И вот такие разводы должны быть. Вот если видно на этом листочке, это он старый такой лист, но на нем видны разводы. Хорошее нужно ему освещение. Ну, думаю, что после обрезки он выдаст листья по сорту. Ну, конечно, стопроцентную гарантию я не даю. Вот. Но бывает очень часто, когда филодендроны обрезаешь, они идут по сорту хорошо потом. Так. Вот такой сингониум. Друзья, это... Вот видите, какие у него листья. Это спорт от сингониума Red Sport Tricolor. Он выдает очень часто вот такие листья. На Регину Ред похоже. Да. Такие листочки, видите? Три листочка есть, четыре. Ну, прям по-разному. Ну, очень очаровательный, симпатичный сингониум. Вот, я здесь даже написала, это спорт от Red Sport Tricolor. Так, дальше что еще показать? Вот перескию. Это листовой кактус продаю. Такое уже хорошее растение. Неприхотливое. Если подсушите, беспроблемно потом после полива восстанавливается. Переския. Листовой кактус. Несколько есть у меня горшочков. Так, это не ее подпись. Монстера Себу Блю. Такая вот. С таким голубоватым оттенком. Так, сейчас покажу, еще есть. Это лиана, друзья. Вот еще. Вот. Два, да? Нет, вот еще есть. Три. Три стаканчика есть. Монстера Себу Блю. Так, я сейчас сразу убираю здесь. Так. Есть монстера Сельтипикана. Красивая монстера. У нее такой вот рисунок на листочках. Тоже, в принципе, как и Себу Блю. Растет лианой. Так, у меня, по-моему, еще было. Ну ладно, я, по-моему, не принесла на балконе. Так. Такой красавчик филодендрон Эмеральд Квин. Вот видите, какие листья выдает. Выдает разные листья, друзья, сразу предупреждаю. И чисто желтые, и зеленые. Вот видите, опять желтые. И вот такие листочки выдает. Вот прям как ему хочется. Не знаю,
Может быть, в этом случае пересвет. Я вот как бы его еще до конца не поняла. Вот я его обрезала. Посмотрю, как дальше он пойдет. Вот эту детку продаю. Верхушка. Филодендрон Эмеральд Квин. Сингониум Панда. Вот два. Есть очень красивый сингониум. Посмотрите, какие листья. Шикарные. Безумно он мне нравится. Красивый сингониум. Такой красавчик. Так, рафидофора. Одно растение. Это я обрабатывала, друзья. Не смотрите на пятна. Обработка. Рафидофора. Промежуточный черенок. Так, вот есть такой плектрантус. Ой, плектрантус, друзья, все. Извините. Так, что-то он мне не подписан. Педилантус. Так, есть еще один. Сейчас я достану. Вот он. Это педилантус лимон лайм. Вот такой красавчик. Есть... Вот такой, в принципе, как и у всех, с белой варигатностью. Листочки покрупнее, чем у лимон-лайма. Вот, они совершенно разные. Вот, есть один такой вот обычный, а есть вот такой лимон-лайм. Здесь по два, вот здесь вот два черенка, а здесь один большой, вот видите. Пеперомия Пикси Лайм. Вот такая красотка. У нее иногда бывает на листиках такие мелкие разводы. Пикси Лайм. Миниатюрная. Очень красивая. Бегония Клеопатра. Такие листики у нее выдает. Видите, не чисто они темные, а вот с такими прожилками зелеными. Красивая бегония, она мне очень нравится. Бегония акунитифолия. Так, ну вот это старый лист на него, я его пока не убираю, он еще как бы питает растения. Вот отсюда пошла детка, вот снизу. Акунитифолия. У нее такая сортовая особенность. Листики у нее как бы поникшие. Но очень красивые. Листики будут намного крупнее. С такими с розовыми горохами, что ли. Вот так вот. Акунитифолия. Коралловая. Бегония. Это старый лист, он уже можно его, в принципе, убрать, но пускай пока до отправки. Коралловая. Две коралловые, вот еще одна. Аргентия гутата. Бегония. Такая темная, она немного темнее. Тоже очень красивая бегония. Здесь два черенка. Хлорофитум. Вот один остался. Хлорофитум камозум бони. Красавчик такой. Сциндапсус годзилла. Зеленая. Вот у меня появилась. Зеленая. И есть срез пока без корней. Годзилла варигатная. Укореняется, в принципе, без проблем. Эпипремнум Т02. Такие две детки. Этот старый лист, он немножко попортился. Вот идут новые. Будет резать. Листья
шикарные, красивые у него. У меня есть свое растение, но он там далеко стоит, я показала. Ну, как-нибудь в другой раз покажу. Вот. В принципе, беспроблемные эпипремну. Также можно или на опору, или ампельно растить, как вы захотите. Так, Синдапсус Марбл Эппл. Детка идет отсюда. Вот еще одна идет. Так что здесь все нормально. Так, Хлорофитум Грин Оранж. Вот такой красавчик. Уже корневая, все отлично. Сейчас, друзья. Синдапсус белая пантера. У меня разросся очень сильно мой куст. Я его немножко разрядила. И вот получилось 3 стаканчика. Очень красивый. У него такой сплэш на листьях. Вот. Вот такие хорошие уже, видите, растения. Черенки не стала я его мельчить. Вот. Если есть хорошие посадочные материалы, я, в принципе, особо не мельчу. Так, это Маранта Керховина. Вот такая детка. Ну, здесь вот уже 2 растения, как бы. Видите, вот так, даже 3 стволика. Вот. Маранта Керховина. Так, это Хоя Ваберджи. Друзья, она при хорошем освещении розовеет. Очень красивая бегония. Листики у нее плотные. Есть вот такое, вот как бы, да, в горшочке укорененное. Есть срезы. Сейчас я покажу. Так, срезы. Вот я уже их подготовила. Вот это верхушка. Так, немножко опущу. Так вот. Тоже Ваберджи. Они у меня уже в пакетиках, я как бы подготовила. Вот это уже тоже Ваберджи. Один узел. Еще есть. Здесь 2 узла. Тоже вот Ваберджи. Хорошая была лиана, я ее обрезала. Так, есть Хоя срез триколор, карноза триколор в один узел. Такая красотка. И срез Хои Абавата Вар Сплэш. Вот прям верхушку я обрезала. Вот она. Так, через пакет, наверное, плохо видно. Так, ну давайте я, чтобы вы уж видели, что покупаете. Сейчас. Вот. Вот такая красотка. Абавата Вар Сплэш. У нее и варигатность, и сплэш идет по листу. Этот листик загорел. Он прям под лампой был. Вот. Так. Ну, вот такие малыши еще есть. Пеперомия прострата. Пару стаканчиков осталось. Также есть пару стаканчиков, даже не пару, несколько. Плектрантус ампельный. Вот такой. И это, кстати, такой вот интересный. Кто захочет, спорт. Выдал другой цвет. Вот, беспроблемный растет, хорошо. И дома растет, и на улице хорошо растет. Вот такая пеперомия серебристая. Не знаю названия точного, друзья. Покупала как серебристую пеперомию. Бегония Мартинс Мистери.
Такой красавчик, детка. Видите, пошла уже. У меня такая шикарная вот эта вот пегония. Она прям на фитиле растет. Классно. Яркая такая, розовая, вот прям насыщенная. Очень красивая. Традисканция, вот это квадриколор. Смотрите, какие красивые листики. Здесь несколько черенков. Штуки, по-моему, 4 или 5, даже не знаю. Вот, красивая. Так, вот есть хоя ранксан. Укорененная уже, видите, корни какие. Ранксан. Один вот есть, скажите, сингониум. У него такое название прям длинное. Мутейшн в конце. Лайма мутейшн. Нгуэнджи, вот. Нгуэнджи, лайма мутейшн. Вот такой миниатюрный. Миниатюрный сингониум. Очень красивый. И есть одно растение, друзья, это Monstera dubia. Но мне с ней никак не складывается. Она, я думала, у меня даже не осталось. Я ее распродала всю. А это вот в тепличку заглянула. Смотрю. Есть укорененная уже. Кто хочет попробовать, пожалуйста. Ей нужна опора, чтобы листики ее вот так вот прилипли к опоре. Ну, в принципе, должна давать большие листы. Покрупнее, конечно, намного. Ну вот у меня как-то с ней ничего не получилось. Так, ну, по-моему, все, друзья. Если там будут какие-то срезы с циндапсусов, я в каталоге напишу. Смотрите, читайте повнимательнее. Значит, по условиям все как всегда. Пишите мне на WhatsApp, я оставляю номер WhatsApp. Я высылаю вам каталог с ценами. Вот. Вы выбираете, что вам нравится. Вот. Пишите мне там или под номерами, или с названиями, как вам удобно. Вот. Оплачиваете, и я отправляю вам растение. В день отправки вам присылаю скрин по почтовым расходам. Вот. Вы также их оплачиваете в день отправки, и я уже отправляю вам растения. Я живу в городе Волгоград. Да. Вот, отсылаю почтой, только почтой. Ну, с другими службами я как-то не пробовала, не пыталась. И... Так что только почтой, друзья, мне так удобнее. Вот, за... Еще два момента. За упаковку деньги не беру и отсылаю от любой суммы. То есть вплоть от 100 рублей. Но я всегда говорю, друзья, имейте в виду, что почтовые расходы, особенно вот в последнее время, почта подняла расценки. Почтовые расходы будут больше стоимости самого растения. Так что имейте это в виду. Все. На этом я заканчиваю. Желаю вам всего самого наилучшего, мира, добра, здоровья. Заходите в гости. До свидания.